Готовим. Сегодня... А что мы сегодня готовим? Курицу жареную. Курика. Курика. Пюрешка. Гречка. Гречка. Такое слово интересное, гречка. Это, наверное, гречка это та девушка, которая родилась и живет в Греции. Гречка. Или это просто каша? Ика. Это каша, крупа. Хорошо. А это кто? Это Фарик. Это Фарик. Сейчас часы вот эти вот, кстати. Мы, короче, сейчас живем в гараже. А сегодня мы пользуемся теми благами, которые остались. В этой крыше, в смысле, в этом потолке и поле, очень много воды. Я свет включил на свой страх и риск. Автоматы все молчат. Никто не отрубается. Саня забивает обратно вздувшийся ламинат. Да. Да. Мама готовит. Рубрика «Мама готовит». После пожара, да? Первый раз, да. Мы будем есть еду. Мы живем сейчас в гараже. У нас там есть все удобства. Но ничего нет. Да. Дома мы теперь можем помыться и приготовить поесть. Ну, что ж вы здесь светите? Будет светить, то холодно, да? Холодно, конечно. Важно, как все. Сыро. Да. Все, что не делается, всегда все к лучшему. Поэтому, мама, у тебя как курочка выглядит вкусненько вообще. Лучок надо добавить, но еще рано. Надо крышечкой прикрыть, чтобы паром отдало. Живем в гараже. Я сплю, как он мечтал спать со своим автомобилем. Вот сейчас как раз рядом сплю с передним левым. Вот открывается и кровать. И кровать. Да. Самое главное, что есть гараж. Правильно, да, как говорят, да? Знаешь, куда упадешь, или знай, куда упадешь, соломки постелишь. Вот как раз это тот случай. Там есть. Ну, единственное, нам там не помыться и не поесть. Да. Да. Поэтому мы быстренько все убираем. Да. А Фаруха, он сидит рядом с мамкой. Он говорит, ничего себе вы тут учудили. Стоит, говорит, отойти на несколько минут. А тут уже это... Все плохо. Мы спали. Я надо. Да. Здоровье, кажется, все хорошо. А обойдем другой. Да, это самое. Мы сегодня смотрели. Дом как был, он на месте и крыша, все. Ну, то есть визуально все как было, так и есть. А если потрогать рукой, то до свидания. Ну, ничего страшного. Мы с мамкой с самого начала. И одно, и второе. Помощи Божией. Самое главное, друзья, что все живы и здоровы. Вот и все. Это самое главное. Да, мамы? Парик этот. Жаль, ведь искусство. Мамки пришел. Он от мамки не отходит вообще. Что я его покормила только что. Вкусняшки. Да? Да. Я тут за кадром ем. Ну, что, приятного аппетита.